Изображение на дисплее нового iPad Pro с диагональю 9,7 дюйма и расширенной цветовой палитрой становится еще реалистичнее. Кроме того, это первый iPad с дисплеем True Tone, который адаптируется к окружающему освещению. Четырехканальные датчики измеряют его интенсивность и цветовую температуру окружающего вас мира, а затем корректируют настройки дисплея. Поэтому изображение на экране выглядит более естественно, а ваши глаза не устают при работе. True Tone дисплей, True Tone вспышка, как же любит Apple давать обычным и привычным вещам свои имена. После презентации Apple я осознал, что все Lumia имеют True Tone дисплей, и называется все это дело цветовой профиль. Единственное отличие состоит в том, что вместо специальных датчиков, которые определяют температуру окружающего света, на Lumia главным датчиком являются глаза человека. Большое тебе человеческое спасибо, Apple, а я и не знал, что на моей Lumia есть True Tone дисплей. Меня рассмешили.